Пошла жара уже. На месте был столб, ливни прошли. Вот, стоит все влажное. Вот он, асфальт. Давай, давай, давай. Уже 4 тонны вывезли. То сильно гнилой вутель. Коровы. И опять пришел дождь. Выпало 35 миллиметров осадков. Стой! Вот что остается после дождей. Перевозим пшеницу. Образовалась подушка. Асфальт влагу тянет, тонкий, наверное, пару сантиметров буквально. Старый асфальт. Площадка. Сейчас поближе покажу. Здесь вообще гнилая с этой стороны слева. Вот. Верхний слой подсох. А ниже... Пошла жара уже. Для этих целей, вернее, чтобы не было таких ситуаций, нужно хранить под навесом в складах. Вот, завозили на ток. Думали потом уже завести склады. Или продавать. Ну, в итоге вот такие моменты. Это все пропадает. Вот мужики сейчас перевозят там, где получше. Нормально сыпется. Середина получше, а левая сторона была нормальная, но дошли там, где когда буртовали, пыль летела на левую сторону. Вот здесь больше всего корочка, уже в середине вот пошла она. Вот стоит все влажное, горячее, влажное. Ливни прошли через день. На видео там предыдущем показывал, какие были. В сумме где-то миллиметров 35. Может и больше, до 40. И залило. Надо эту проблему стараться решать по мере возможности. И нам еще предстоит семенные участки. Курты перекидывать. Вот здесь середина нормальная, еще сухая. А там, где вода позатекала по бокам, площадка вот такая идет. Год был большой. Здесь асфальт уже плохой, здесь уже так выглядит зерно после уже перевозки. В принципе, перебились кусочки, полежит немножко, еще продуется, будет нормально. Ну, попадаются такие моменты, но это уже мелочи. Склад такой завозить нельзя, тут по влаге
Надо, чтобы все перекинулось, просохло, это выбросить. Вот он, асфальт. Сколько здесь? Ну, 2 сантиметра, наверное. Это все старый асфальт. Артемчик был оператором. Ну вот, уже 4 тонны вывезли. Тут еще, наверное, тонн 6 наберется. Подушки. Там еще в начале. И опять пришел дождь. Не успели мы еще перекинуть весь бурт. Перевести его. Просушить. Ничего, дожди тоже нужны. Запас влаги. Это уже, что сильно гнилой вутель. Ну, кто-то покормит дома животных. Просушит и покормит. Площадки промоются, зачистятся. Вон, где Толя ждет погрузки. Сегодня дядя Слава на куне. Тренируется. Кун тема. Для тех, кто не знает, кто это. Выпало 35 миллиметров осадков. Остановили уборку. Дорожаем пока ячмень. Ветер такой сильный, что даже продул его. Хоть всю ночь и все утро шел дождь. Для полей хорошо, запас влаги после жаркого лета, по предшественникам особенно. В этом месте был столб, вроде засыпали его, но плохо. Ёп, насос, чтоб он не ушел сейчас. Нормально, нормально. Давай, 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 давай. О, отлично. Стой! Стой, стой, стой! Сейчас засыпем, потом поедет. Нормально. Фу, охренеть! Сейчас сюда надо куном, короче, камни грузить и пару подсыпать, привозить. Жесть! Цепляем ковш! Сейчас поедем набирать камни. И спасать КамАЗ с прицепом. Опять будет кун выручать. Дядя Слава мастер будет нам помогать. Загружаем камни, будем. Виктор Николаевич, вы спасли прицеп. Ты главный гость канала, понял? Давай, ну что спеши?
Колесо-то садится, пока мы за камнями ездили, да? Все будет нормально. О, блин, чтобы не зрёб эти камни сейчас. Ёлки. Нормально, нормально. Фу. Пусть до конца с ним едет, но его нафиг останавливаться. Короче, еще и загреб за собой камни. Тут надо бетон делать новый, блин, и асфальт. Еще можно. Еще можно куну привезти. Ну, сейчас займемся. Дядя Али на большом кировце нашем разрулил ситуацию. Вытащил КамАЗ с прицепом, все четко, никто не перевернулся. На канале, кстати, есть видео, как у нас как-то КамАЗ перевернулся впервые. Вот здесь вверху ссылочку оставлю. Все нормально, КамАЗ загрузился. Так что в добрый путь, как говорится, колеса целые, все хорошо. Яму закидали камнями. Но надо ее объезжать. Не надо по ней ехать, потом опять будет у нас тут ралли с трактором. Ну, хоть уже ячмень забирать начали нормально.